противник в буквальном смысле слова перешел все грани, используются запрещенные методы ведения войны, обстреливаются спальные районы, центральные районы города Донецка, а также под огнем сейчас находятся другие города и населенные пункты Донецкой Народной Республики. В связи с этим достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации. Также отмечу, что за последние сутки уничтожено, подавлено порядка 30 огневых точек противника. Также уничтожен командный пункт противника в районе населенного пункта Мемрик. Безусловно, даже с учетом этого у противника еще остается достаточное количество вооружения, которое способно наносить огневые удары по нашим населенным пунктам. В связи с этим руководителям министерств и ведомств рекомендовано и отданы соответствующие поручения задействовать на рабочих местах минимальное количество людей, основной рабочий персонал необходимо перевести на дистанционную работу. Также такая же рекомендация дана и предприятиям частной формы собственности. В ближайшие дни я все же рекомендую по максимуму оставаться в безопасных местах всем гражданам Донецкой Народной Республики и не оставлять без присмотра детей. Властями Донецкой Народной Республики предпринимаются исчерпывающие меры, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить в полной мере безопасность граждан республики.